Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, кажется, что заболеть можно чаще всего зимой, но оказывается и лето, это пора инфекций всевозможных. Расскажите, какие инфекции обостряются именно в летний период и что становится причиной заболеваний? Ну, конечно, основными инфекциями летнего периода являются кишечные инфекции. Однако не стоит забывать и о том, что наши банальные ОРВИ и те же самые ангины встречаются так же часто, как и зимой и осенью. Связано это в первую очередь с изменением климата. То на улице жарко, то холодно, то смена климатической обстановки, то есть улетели на юга, соответственно, простудились, заболели. Что нужно делать, чтобы не заболеть, не подцепить инфекцию? Как правильно проводить профилактические какие-то мероприятия? Стоит ли мыть фрукты? Вообще, основной причиной любого заболевания является несоблюдение, в первую очередь, правил личной гигиены. Как мы считаем, все в инфекционной больнице связано это, в первую очередь, с чем? Люди не моют фрукты, не моют овощи. Принимают не бутилированную воду, а воду из открытых источников. Поэтому рекомендуется, конечно, в первую очередь употреблять либо кипяченую, либо бутилированную воду, не питаться в открытых кафешках, ресторанах, не принимать национальную пищу, если вы куда-то выезжаете за пределы страны либо области. Это связано все с тем, что наш кишечник, наш желудок привык к нашим климатическим условиям, к нашим пищевым условиям. И, естественно, любое нарушение ведет к нарушению и непосредственно пищеварение. Ну что все-таки делать, чтобы не заболеть? И вообще, какие основные признаки инфекционного заболевания? В первую очередь, чтобы не заболеть, нужно соблюдать правила личной гигиены. Это касаемо любой инфекции. То есть тщательно мыть руки мылом не менее 30 секунд. Непосредственно вымыть руки после прихода с улицы, после пользования туалетом, в том числе и личным туалетом в номере, допустим, гостиничном. Мыть руки перед и после еды. Это обязательно. Если вы контактируете непосредственно с больным человеком, используем для защиты маски, да, стараемся не контактировать с человеком больным кишечной инфекцией, потому что помимо непосредственно контактного пути передачи фекального орального механизма существует и воздушно-капельный путь. Если мы покупаем фрукты, где-то на рынке, например. Обязательно тщательно обработка, мытье фруктов, желательно щеткой, чтобы смыть все частички грязи, и желательно употребление фруктов после обработки мылом или мыльным раствором. Основные признаки. Как мы поймем, что все-таки у нас инфекция? Что нам нужно обращаться к врачу или можно заняться самолечением дома? Любое инфекционное заболевание имеет ряд признаков, основным из которых является, естественно, подъем температуры тела. Высокая температура тела, которая не снижается самостоятельно, уже должна поступить признаком для обращения к врачу непосредственно. Если у вас также наблюдается неукротимая, то есть непроходящая самостоятельно рвота либо жидкий стул, не нужно запускать и заниматься самолечением. Также следует обращаться к врачу. Соответственно, по стране нашей это в скорую помощь. Если вы находитесь где-то за рубежом, то в страховках указаны номера телефонов, по которым можно обратиться, либо непосредственно к отельному медику. И давайте назовем самые опасные регионы России, которые вот подвержены именно инфекционным заболеваниям. Но инфекционным заболеваниям подвержены любые регионы. В плане летних инфекций это, конечно, преобладают места курортные, где большое скопление людей. Это Краснодарский край, это выезды на регион Черного и Азовского морей. Если брать мир в целом, то это азиатские страны, в первую очередь, и страны бассейна Южной Америки. Спасибо большое, Алексей, что нашли время и пришли к нам в студию. Я напоминаю, Алексей Болхов, заместитель главного врача инфекционной больницы Ярославской области, был в нашей студии. We'll be right back.